Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 7 ноября 2022 года, и наша Шарлотта уезжает в Нижний Вартовск с компанией Pets Tour. Ехать ей несколько суток, поэтому мы ей даем в дорогу вот этого Мишутку, чтобы ей было не скучно, несколько одноразовых пеленок для того, чтобы постелили ей и меняли в дороге, мисочку и сухой корм, к которому она привыкла, для того, чтобы ей поставили мисочку и чтобы Шарлотта могла кушать так, как она привыкла, в тот момент, когда она захочет, а не по выдаче. Сухой корм не испортится. Мы сейчас Шарлотту взвесили, несмотря на то, что ей уже, скажем так, по возрасту она у нас не маленькая, по весу она весит 1,3 кг, то есть она малышка, 1,3 кг это максимум, она прыгала на весах, 1,2 кг с капелькой. Давайте пожелаем Шарлотте легкой дороги, потому что ехать действительно очень долго. 7-го она уезжает от нас вот в 9 утра из Санкт-Петербурга, сейчас повезем ее в Санкт-Петербург. И встречать в Нижневартовске ее будут 11 ноября в час ночи. Представляете, какую дорогу переживет малышка. Держим за Шарлотту кулачки, ждем новостей от ее мамы, как она доедет. И, в общем, пожелаем легкой дороги девчонке несколько суток в пути. Всем пока-пока и до новых встреч.